Всем привет, это видео для моего паблика ВКонтакте Worship Chords, где я показываю, как играть песни, христианские песни на гитаре. И YouTube решил забанить мое предыдущее видео песни Hillsong United, гора или Mountain. И сейчас я быстренько покажу, как ее играть и попытаюсь сделать так, чтобы YouTube не забанил это видео. Итак, песня гора, Mountain, она в тональности ре мажор. Первый аккорд D. Второй аккорд G, соль мажор. Третий аккорд Си минор, HM или BM. Я играю вот так, указательный палец, пятая струна, пропускаем четвертую, приглушаем указательным пальцем, средний палец, третья струна, и безымянный палец, вторая струна, третий лад. Вот так я играю си минор. И четвертый аккорд, снова же. Эти аккорды одинаковые для куплета и припева. И показываю. Штырь. Сделай тише. Чтобы не забанил YouTube. Прошлись по куплету и припеву, как играть мостик. Показываю, как переходится с припева на мостик. Там есть такое место, где заканчивается «Любовь твоя прибудет в нем». Сейчас. Сердце. Папа. Любовь твоя. И мостик прибудет в нем. Играем А. У меня здесь не чистый А, у меня добавляется безымянный палец на третьей, на второй струне, в третьем ладу. Это Асус 4. Мне так просто больше нравится. Бафта прибудет в нем. Ж. Си минор. Ж. И еще раз. Ж. Соль мажор. Си минор. И заканчиваем на Ре. Дальше идет три аккорда до конца песни. Это А, Ж и Ре мажор. Переходим на мостик. Си минор и в конце Д. Ре мажор. Все, и так до конца песни. Итак, спасибо, что посмотрели. Будут вопросы, задавайте в комментариях под этим видео, на в паблике или в YouTube. Если захотите заказать песню, хотите узнать у меня, как играть какую-то песню, заходите в паблик, ссылка в описании, или просто найдите где-нибудь этот паблик, Worship Chords, здесь снизу увидите название, ссылка в ВКонтакте, и под аватарой пишите сообщение, там, привет, кто-то уже написал, привет, покажи, как играть какую-то песню, вот, пишите только в паблике, потому что так мне будет проще найти, что же... Я не потеряю, короче, ваше сообщение. Итак, все, до новых встреч, пока. Это видео, кстати, было специально для моего знакомого Евгения Сипчука, которому я давно уже обещал эту песню. И, наконец-то, я это сделал. Спасибо всем, кто репостит. Спасибо, ребята, вы поддерживаете это движение, поддерживаете мой паблик. Репостите и дальше. Все, спасибо, пока.